Всем привет! Меня зовут Андрей Коваль. Мне 9 лет, и я занимаюсь в студии Веселка ТВ. Я 3 года занимаюсь дзюдо, и у меня уже желтый пояс. У меня за спиной более 20 соревнований. И сейчас я готовлюсь к чемпионату Украины. Я занимаюсь французским и английским, но больше всего мне нравится французский. Он сложнее, но интереснее. А еще я занимаюсь хоровым пением. Наш хор необычный, мы поем рэп. Дома у меня есть кот, его зовут Джастин. Он очень любит играться с мышкой. Он британец серого цвета, может укусить, но я его все равно люблю. У меня много друзей, наверное, потому что я дружелюбный.